Всем привет! Сегодня у меня на канале будет обзор чудо-техники. Я не Сергей Малоземов, но чудо-техники у меня есть. И это музыкальный инструмент, именуемый мелодика. Я заказал его на AliExpress. Что ж, давайте приступим к обзору. Давайте предметно взглянем на инструмент. Он у меня имеет 37 клавиш, также есть версия с 32 клавишами, но мне кажется, что это достаточно мало. У нас вместе с инструментом есть отличный чехол, в который мы можем его положить, такая вот сумочка. Можно даже через плечо, такая вот штука. У нас есть еще две штуки, чтобы дуть, Юрий Дудь, вот две штуки, которые дуть. Одна укороченная мундштук, который позволяет нам играть вот так, как бы сюда ртом прислоняться и играть. Также для удобства держания инструмента сзади имеется штука под руку. Сюда ладонь так вставляется, он держится. Довольно удобно. Ну и то, что я считаю более удобным способом, через который можно дуть, это вот такой вот шланг с мундштуком. Он позволяет держать инструмент где бы то ни было, и это очень удобно. Ну а теперь, наверное, самое важное будет, это то, как звучит инструмент. Потому что, когда вы покупаете инструмент, вы хотите добиться от него какого-то звучания. И сейчас мы посмотрим это на тюнере. Суть проста. Включаем тюнер в хроматический режим, который позволяет нам смотреть ноты по их частоте. И начинаем извлекать звук из нашего инструмента. Я начну с белых клавиш, начну с крайней октавы, то есть с низов. Как видите, все расстроенные ноты находятся в основном по правую, либо по левую сторону от первой октавы. Ну а первая октава – это основная октава, в которой, собственно, вы и будете играть. Давайте теперь проверим черные клавиши. Судя по показанию тюнера, инструмент немного расстроен. Впрочем, это не влияет на комфорт и качество игры. Ну, по моим субъективным ощущениям. Да, ноты немножечко могут фальшивить, но если вы играете фальшивую ноту равномерно, ее даже никто не заметит. Данный инструмент я приобрел всего лишь за 1000 рублей. Ссылочка будет на него в описании. А еще больше сэкономить вам поможет кэшбэк. Ссылочка на него будет также в описании. Вот и подошел мой обзор к концу. Надеюсь, вам было интересно. Если вам понравилось, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Если вам не понравилось, обязательно отразите свое мнение в комментариях. Всем удачи, всем пока!